Жители села Березовка, где в конце 2014 года произошло массовое отравление людей, требуют переселения и денежной компенсации. Об этом они заявили на пресс-конференции в Уральске. Жители не согласны с выводами комиссии, которая не признала компанию КПО «БиВи» виновной в отравлении их детей. Березовцы сообщили, что будут добиваться выполнения своих требований всеми способами. В Березовке на следующий день после визита правительственной делегации дети вновь начали падать в обмороки и биться в конвульсиях. Жители населенного пункта уверены, всему виной стали выбросы сероводорода с карачаганакского месторождения. Оно расположено буквально в 3 километрах от Березовки. Экологи заявили, сверхнормативные выбросы были. Операторов месторождения компанию КПО «БиВи» оштрафовали в общей сложности на 10 миллиардов тенге. Но это не облегчило жизнь местным жителям. Больше всего страдают маленькие дети. С утра было двое судорог за раз. И пока сразу с самого начала, с первого урока, я его сразу забрал и сказал, что я больше не поведу. Но там работают у нас врачи, психологи, невропатологи, терапевты, да. Они практически ничего не делают, ну, наблюдение, говорит, наблюдение. Ну, каждый день это и наблюдение, надо какие-то меры принимать. Сегодня судороги, завтра, возможно, еще что-то будет не доело. Жители села уверены, что фоновые заболевания, о которых твердят врачи, ни при чем. Дети страдают из-за длительного воздействия вредных выбросов с месторождения. Именно из-за этого подростки теряют сознание и падают в обморок. Произошло массовое отравление и населения, и детишек в школе. Прошло 2 месяца, но, отчитавшись перед нами, все руководители, все власти, облздрав нам не огласили. Отчего же отравились наши дети и взрослые, которые обратились за помощью? Мы требуем основное – переселить, где гарантия, что следующего выброса не будет, что не пострадаем мы все. В акимате области сообщили, что ситуация находится под контролем и поводов для беспокойства нет. Ситуация в селе Березовка находится под контролем, она ежедневно мониторится. 20 числа были озвучены итоги работы Республиканской межведомственной комиссии. На сегодня на месте работают дополнительные единицы врачей. Школа круглосуточно работается, проверяется. Все дети прошли санаторно-курортное лечение. Проходили как бы в нашей области, так и в Алматинской области. Вопрос находится на контроле как местного исполнительного органа, так и правительства. 1 февраля 6 детей из Березовки отправят на обследование и лечение в Алматы. Остальные подростки будут проходить реабилитацию на местном уровне. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.